вот до Брянска осталось совсем чуть-чуть, уже тут пару километров. И ярко светит солнце, и идет дождь. Давно я уже не видел грибного дождя. Это как раз и есть грибной дождь, когда светит одновременно солнце и идет дождик. Это грибной дождь. Он грибам. То есть сразу сейчас растут грибы. Вдоль трассы я вот проезжал, видел, как продают уже грибы разные, ягоды. Так что скоро я поем землянички, жареных грибочков. Порадуюсь жизни. Как-то здесь никто никуда не торопится. Все тоже едут потихоньку. Скоро будет памятник водителям. Ну что ж, вот памятник воинам-водителям. Вот машины. Там вон он, сам памятник. Но я потом как-нибудь здесь остановлюсь и покажу его лучше. А вон уже виднеется въезд в город. Ночной лес. Ночная дорога. Видео не так передают красоту ночной дороги и ночного леса, но должен сказать, что очень-очень красиво. И такое спокойствие, и тишина прям. Мне нравится ездить по ночам. Единственное, что только мошки, бабочки всякие врезаются в машину. Это, конечно, большой минус. Красота.